атаки соперника. Вот так вот запутался сейчас. Эшмани. На 500 грамм. Нет, вы знаете, 8 бред. Ну, это одно и то же. Вот сможет он это сделать сегодня? Продемонстрирует тоже. Быстрый Брэдли. Очень быстрый поставленный. Он решился на бой самим Мэнни. На гонорар, который установлен в этом бае, лишь 5 миллионов получит Тимоти Брэдли. Лишь но все равно деньги. Но Брэдли завис на большой куш, на большой гонорар. Так вот, Брэдли завис, что и наконец отнять титул, наконец нанести поражение. И выиграть титул чемпиона. Ну что ж, первый раунд складывается не просто. Для... Вот сейчас хорошая. Друзья, так вот, концов опасность. Да. И успех опять. Для Пакьяо уже касаем на боксе дом. Это его дома на Филиппинах. Карьеру. Я уверен, что она у него будет очень неплохая. Вот, безусловно, если так будет продолжаться. Но посмотрите. Пока не спадает. Разница в возрасте небольшая. Всего лишь 5 лет. Но... Ну, 5 лет разницы у них. Но очень длинная карьера, намного длиннее. Он не завоевал самых больших титулов, но... Такая концовка в одну. Интереснейшего боя. Мэнни Пакьяо, Тимоти Брэдли. И что делают дальше? А ведь еще раз заметим. О, с этим сталкиваемся. Включил свои. Ну вот, несколько эпизодов проходит. Просто туда, куда он ушел. Довольно-таки опытный. Довольно-таки опытный, это хорошо. Он сказал от бокса. Безусловно, да. Я с вами согласен, как и многие. Это мы вызрали. Еще не по окончании. Вот и 3 раунда, не помню. Пакьяо для Брэдли. И пока он думает, он пропускает удары. Отличная концовка. По-прежнему такая мощная накачка шла в углу у Брэдли. Американский фрейлировочный на английском, а его второй тест... Окончательно все-таки дошло до подопечного, требуется вот... Темп только увеличивается. И скорость увеличивается. Да, конечно. Да. Точно, закончится поединок и закончится он... Количество ударов увеличивается. Количество действий, повторяю вас, он будет искать до конца свой шанс. Но нервная система у Пакмена просто. Пытается поймать. Пакьяо прочитался вперед несколько раз. Посмотрите, казалось куда бы, да? Куда бы не уходил американец, он везде. Да, от этого боя. Особенно от Пакьяо. Пакьяо нет, пропустил. Сейчас вот были заметены. Он сильнее сейчас, но очень. Бьет, потому что Брэдли умнее. Пусть и сильные удары. Пожалуйста, сильный удар. Боксерский он уходит правильно. Но Пакьяо-то поэтому развернулся, стал вот так. Пробил эту серию, не попал, пропустил. Он еще даже не разошелся. Вот хороший. Вот чем ушел. Он всегда идет Пакьяо. Мне показалось, заткнулся сейчас Брэдли. Только последние секунды. А вот этот эпизод должен дорого ему стоить. Очень много сил отдал Брэдли. Закончился перерыв. В углу американцы побоялись за своего подопечного. Ну, как же без нанесения? Не играет. Не знает, он именно к этому бою. И ведь и вот его, и уже Брэдли, теперь он его не отпустит. Пакьяо для Тимоти Брэдли ставить. Да, успел поднять перчатку.
Пакьяо уже в углу. Брэдли в очень тяжелом положении. Он выходит из этой трудной позиции. Успевает уходить все-таки. Валькирию старался, конец, но так и поменялось. Соотношение есть. Вот так вот прошелся Мэнни Пакьяо. Говорю, что он будет терять скорость. Ну, может быть. Вот я заметил, как он нашел себя сейчас Брэдли. Нашел. И лезвие. На грани, да. Очень рискует, но... Он так же ноль. Ну и сейчас скажу, вот очень трудно. Да. Чудом уходит. Кто? Ну как рыба в воде, Мэнни Пакьяо. Конечно. Но хороший соперник. Не зря Пакьяо перед боем. А. Левый боковой. Звонок. Правый прямой. Пошел с такой нокаут. Вот так я соперника. Вот так вот запутался сейчас. Ну потому что очень интересный, очень плотный бой. Очень хороший боксер. Он не станет чемпионом обязательно, но он просто не опустится. Посмотрите, он внешне выглядит мощнее. Пакьяо уложился точно вот прямо в лимит весов. Как он этого не будет делать? Вот это да, такой перевод. Сегодня весов за нас три очень хороших боксера. Так, эту сессию при этом готовится очень здорово. Спортсменов. Пакьяо ставит блок, причем заранее. Такую, он бросает удары по крутям. Сидит очень много интересного и известного народа. И пятый режиссер. Здесь где-то Шейн Мозли. И торопится атаковать. Хотя ему-то пора бы. Ты потерял равновесие. Я ушел в сторону. Да. Я устал. Как это... И такой размен, господа. А еще в этом раунде... Пауза образовалась своего. Вот такое сказал, что он... Пропустил Брэдли. Еще пропустил. И снова пропускает. Да. Получил еще маленькую пропустил. Передышку, но снова пропускает. Ну, у техника, и он правильно ставит голову во время того, когда пал. Брэдли. И усла нету. Так я хочу выйти. Даже джиба, он бьет на полную. Вклад. Вклад ушел корпусом. Да. Соперник не устал, говорят тренеры. Американцы. Спортсмен, боксер. В этом амплуа тоже продолжится. Удовольствие, потому что были разговоры, как мы уже говорили в начале. Перед боем, что Пакьяо, хотя многие считали, что наоборот, он вполне тихо. Неожиданно. Но бой более-менее выровнялся как-то. Только сами бы, знаете, очень большое напряжение и эмоциональное, и очень сильный удар. Попадает. И Стронсон встретил несколькими сильными боковыми ударами. Будет за ним. И впереди нас будут ждать еще два чемпионских. Да, разошелся Пакьяо, а под конец, но не успел. Ну да, полный решимости, глаза. Вот бой бокс, чуть померкли, да. Нет такого откровенного вызова. Пакьяо ведь не... Все время. Но... Даже у бесспорно. Наверное, наиболее. Ну, любой другой бы упал уже давно в нокдаун. Дим. Мне кажется, когда все-таки свою вот эту заключительную, последнюю, решительную, как говорят. Своих намерений не ступил, своей техники. И так задвинул чемпиона мира Всемирной боксерской организации.
что нет никакого. Да нет, он будет пытаться до последней секунды попадать. Пакео. Климати. Такие вот удары заведомо по защите готовит, мне кажется, от Кумени. Жесткие попадания. Максим Фитер проиграл весь. Бой надо закончить в атаке с ударами. Я даже на последних секундах. Но здесь ничего не произойдет. Молодец, заканчивается. Не знаю, но нокаутирует его. Вот, дождаться счета судейских записок, чтобы попадание узнать. Бой закончен, друзья. Действительно, не имеет смысла туда возвращаться. Посмотрим. Лучшему боксеру, независимо от состава. Сюжей Раус скользит. 115-113. No! Новый Тимоти Брэдли! Вот это да, Андрей! Вот это заранее отдавали ему этот титул. Нет, вот последний, я еще раз.